Всем доброго времени суток. Вашему вниманию представляется автомобиль Skoda Octavia 2008 года выпуска. Двигатель объемом 1,4 литра, механическая коробка передач. Задние дверные карты, как и задний ряд сидений, в отличном состоянии. Передние дверные карты и сидения также в отличном состоянии. В двигателе имеется два передних стеклоподъемника, электрорегулировка зеркал с обогревом. Имеется такая вот штатная мультимедиа. В данный момент пробег на автомобиле составляет 179 тысяч. Если вас заинтересовал данный автомобиль, номер телефона, также адрес нашего салона можете найти в объявлении. Автомобиль можно купить в кредит по системе Трейдин, а также за наличный расчет. Всего доброго!